На выборах в Каталонии победили сепаратисты. Это означает, что референдум о независимости региона и отделения от Испании возможен. Партия «Конвергенция» и «Союз», которая выступает за суверенитет, набрала 30% голосов и получила 50 из 135 мест в парламенте. Однако это не абсолютное большинство и даже меньше, чем было у партии ранее. Чтобы беспрепятственно продвигать законы, необходимо 68 мест. Теперь надежда на коалицию с республиканскими левыми. Они на выборах стали вторыми. Националисты признают, не все так просто, и надежды на скорую победу не оправдались. Все, кто в эйфории от этих результатов, кто думает, что дальше все будет развиваться само собой, должны остановиться и начать считать, учиться складывать и вычитать. И только после тщательных подсчетов заявлять, на чьей стороне политические силы. Надо думать, каким может быть компромисс. У нас есть право свободно определять свое будущее. Сепаратистские настроения в Каталонии, самой экономически развитой провинции, обострились на фоне кризиса в Испании. Каталонцы вносят до 20% в бюджет страны и считают, что кормят остальные регионы.